В Европе снижается численность насекомых и пылителей, таких как эти шмели. В чем причины, каковы последствия и возможные решения? Последствия серьезные. Процветание целых экосистем во многом зависит от пчел и других насекомых-опылителей. Исчезновение насекомых негативно влияет на популяцию дикорастущей флоры, урожайность сельскохозяйственных культур и, как результат, полноценность питания человека. Эта клубника была хорошо опылена, у нее хороший цвет, размер и симметричная форма. И вот для сравнения, клубника с недостаточной опыленностью. Мы видим, что она меньше по размеру. Плод клубники деформирован и не очень красивый на вид. И, скорее всего, эта клубника содержит меньше сахара. Поэтому насекомые-опылители играют важную роль в сельском хозяйстве. Если в Европе их станет меньше, то у нас появятся проблемы с выращиванием качественных продуктов питания. В рамках европейского исследовательского проекта ученые работают над определением причин проблемы и поиском решений. Они полагают, что можно остановить снижение численности насекомых поблизости с сельскохозяйственными культурами, если засеять участки земли сочетанием цветов, которые привлекут насекомых-опылителей. Мы предположили, если посадить здесь много разных цветов, то будет достигнут оптимальный результат от использования этого участка земли. Специальное сочетание цветов привлечет насекомых-опылителей. Здесь появятся различные виды насекомых, к примеру, шмели и журчалки. Они заселятся здесь, их численность возрастет, и постепенно насекомые перейдут на сельскохозяйственные культуры. По словам ученых, результаты работы в поле и в лаборатории показали, что такое решение действительно может быть эффективным. По предварительным данным, цветы в 5 раз увеличивают популяцию насекомых-опылителей. Мы также добиваемся разнообразия популяции. На сельскохозяйственных культурах появляются редкие виды насекомых. Это обнадеживает. Значит, что мы можем привлекать на посевы насекомых-опылителей из их естественной среды обитания. У насекомых-опылителей появился шанс на выживание. Ученые работают над поиском новых возможностей и выступают с инициативами порой в неожиданных местах. Итак, у нас 2 корзины. В одну мы положим продукты, которые не нуждаются в насекомых-опылителях, а в другую, которым нужна помощь насекомых. К примеру, апельсины, сидр, груши, мыло, кофе, миндаль. Без кофе, шоколада или булочек с шоколадом наш завтрак уже не такой вкусный. Эксперты на регулярной основе проводят информационно-образовательные кампании в школах и супермаркетах, к примеру, как эта кампания в Рединге, чтобы люди поняли, насколько важную роль насекомые-опылители занимают в природе и как это влияет на нашу повседневную жизнь. Этот вид насекомых опыляет дерево какао. Без их помощи у нас не будет шоколада. Некоторые виды пчел опыляют кофейное дерево. Без них у нас не будет кофе. Растения хлопчатника тоже нуждаются в опылении. Без насекомых-опылителей урожайность всех этих растений значительно упадет, и цены на продукты вырастут во много раз. Ученые говорят, что еще есть возможность запустить обратный процесс и восстановить численность популяции насекомых-опылителей.